Всем привет, дорогие друзья, с вами Сагер, и сегодня мы поговорим о ЛТТБ, который находится на 7 уровне, является легким танком и принадлежит советской ветке развития. После того, как его ввели в игру в патче 0.9.3, вышедшего осенью 2014 года, ЛТТБ стал очень популярен и внешне напоминал старую ЛТшку Т-50-2. На деле оказалось, что она также очень быстрая и имеет интересное орудие. Легкий танк тяжелого бронирования, так он расшифровывается, в реальности планировался заменить Т-50, но, к сожалению, из-за сложной конструкции от него отказались в пользу Т-34-85. В нашей игре он полноценный светляк, попадает к 10 уровням. Опробовал я этот танк, когда очень хотел заполучить Т-54 облегченного, и в итоге оставил у себя в ангаре этого красавца. Если вы играли долгое время на американских легких танках и недавно пересели на ЛТТБ, то вам нужно будет заново учиться играть, потому что у него УВН очень плохие. Пушка гнется всего лишь на минус 3 градуса. Это неприятно, но что поделать. Зато у нас есть мощный движок, который позволяет разгоняться до 68 км в час максимально. Довольно быстро он их набирает, потому что здесь имеются полные 30 лошадиных сил на тонну и поворотливость 48 градусов в секунду. На 7 уровне также находится бульдожка и Т-71. На них можно играть от склада к местности, то есть высунулся, стрельнул и обратно закатился, потому что имеются привычные для американцев углы вертикальной наводки. У ЛТТБ их нет, естественно, играть так не получится, и на начальном этапе игры могут возникнуть некоторые трудности в этом. Например, на этом танке мы можем поехать, закружить и добрать, когда на фланге пару танков противника остаются без поддержки. Но иногда в самый неподходящий момент танк может наехать на маленькую, незначительную кочку и может промахнуться. Поэтому нужно очень внимательно следить за рельефом при движении. Орудие здесь обычное, не барабанное, но по ДПМ он ничуть не уступает своему американскому оппоненту М41 Бульдог. В минуту он может нанести почти 2500 урона с учетом досылателя и боевого братства у экипажа. Пробитие тоже вполне годное, 170 мм бронебойными и 216 мм подкалиберными снарядами, по 180 единиц среднего урона. Вроде бы отличная пушка, сколько хочешь, столько и дамаж, но есть еще один минус танка. Это размеры. Он узкий и высокий. Плюс еще, я ранее говорил про отвратительную УВН, как у китайцев. И бывают такие моменты, когда вы стоите выше противника и просто невозможно дать по нему урон. Так что только это является таким смачным минусом танка. Но привыкнуть к этому нужно, если хотите нормально на нем играть. Если в команде противника имеются Т-71 или М41 Walker Bulldog, то лучше им на глаза не попадаться. Вы сами знаете, что сделать с нами бульдожка с полным заряженным барабаном. Мне на ЛТТБ было очень интересно поиграть. Быстрая динамика танка дает возможность занимать основные позиции для подсвета и отстрела противников. Используя кусачью пушку с перезарядкой в 4,5 секунды и временем сведения в 2 секунды, нужно в начале боя давать необходимый подсвет союзникам, потом уже при удачной игре пушить направление вместе с сокомандниками. Почему же на нем нельзя получать урон? Потому что всего 950 очков прочности имеет ЛТТБ. Высокоуровневым танком хватит максимум 2-3 выстрела, чтобы убить его. Хотя он называется легкий танк тяжелого бронирования, броня у него и не такая тяжелая. Всего 90 мм во лбу. Но эти бронеплиты находятся под большим углом, что в приведенке дает ему до 180 мм. Сама форма танка очень специфична. ВЛД и верхний лист кормы находятся под углом. Иногда даже ИС-3 могут нас не пробить, срикошетить, но эти случаи могут быть один раз в 50 боев, так что радоваться тут не стоит. Что мне еще нравится в этом танке? Нравится то, что у длинной пушки разброс 0.35 на 100 метров. Это значит, что это не только легкий танк, который может светить, но и одновременно он может наносить немалое количество дамага не только в корму, в борта, но и в лоб по противникам. В последнее время я очень увлекся легкими танками, чтобы выполнять ЛБЗ. И именно ЛТТБ вместе с Бульдогом идеально подходит для их выполнения. Единственный минус легких танков – очень редко удается вытащить на них донный бой. ЛТшки – самый фановый класс техники, а значит на них очень интересно играть. Прикол в том, что на легких танках я умудряюсь наносить больше урона, чем большинство топов в бою. На ваших экранах показывается бой на карте Ласвель, я на своем ЛТТБ попал к восьмеркам, первое время особо не лез, пытался отстреливать, после поехал помогать своим город и вот так нормально пропушили до их базы. Убиваем последних противников и побеждаем.
В общем, ЛТТБ офигенный светляк, мне он очень понравился. Танк просто супер. Отличная скорость, динамика, хороший обзор. С обязанностями светляка справляется на все 100%. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Покашеньки, чао.